évaluer les efforts et la contribution de la communauté européenne au règlement du conflit en Ukraine et Нам пришлось, не скрою, используя наши отношения с Донецком и Луганском, приложить немало сил, чтобы убедить их не выходить из переговорного процесса в ответ на грубейшие нарушения минских договоренностей Киевом. Мы смогли это сделать. Европейское сообщество, Европейский Союз могут активно помочь в урегулированию конфликта на Украине путем воздействия на Киев, с которым у него очень тесные отношения, и который прислушивается к Брюсселю, как я знаю, воздействовать на него с тем, чтобы перестать саботировать выполнение этого важнейшего документа. Достаточно оригинально выглядит недавно принятое решение Евросоюза о том, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит минские договоренности. Я думаю, абсурдность такой постановки вопроса понятна уже и ответственным членам самого Евросоюза. И надеюсь, что все-таки понимание реальных причин невыполнения Минска-2, оно будет не просто излагаться нам в частных беседах, а будет переведено на язык практической политики между европейскими столицами и Киевом. Спасибо. Конференция прессы закончена.